Всем привет, друзья! Сегодня я для моего братика Миши буду делать слаймик. Он, наверное, захочет какой-нибудь мальчуковый цвет. Давай спросим у него. Миша, какой ты хочешь цвет из этих всех? Какой? Белый. Белый? А может, какой-нибудь другой? Ну, еще белый у нас и так слайм получится. Давай. Может, такой? Синий. Ты уже этот пробовала. А, точно. Давай тогда зеленый сделаем. Да. Хорошо. Миша захотел зеленого цвета делать. Слайм. Это у меня тетраборат, разведенный с водой. Это не вода. Так, ну что? Только надо будет в этот раз красить до того момента, как мы загустим. А то потом тяжело. Фух. Мне уже клей закончился. Все. Ну, хватит. Тик-тик-тик. Тик, все. Мишка. Смотри, классненький. Ух ты, да. Пузырики. Ну что, для мягкости мы добавим зубную пасту. Зубная паста. Будем. Так. Так что ты не попадаешь. Попали. Все, попало. Закрываем. Ну что, а теперь добавляем мыло. Ну что? Оп. Это чтобы слайм хрустел. Сейчас мы его немножечко перемешаем. Котик. Вот. Котик. Угу. Секунд. Так, ну что, а теперь добавляем. Ой. Господи, хотела нашу мыло. Это везучик. Это не котик, а везучик. Сейчас мы его перемешаем. А теперь добавляем еще немножечко краски. Так. Ну что, добавляем чуть-чуть. Не переборщить. Тик-тик-тик-тик. И... Так, ну что? Перемешиваем. Так, сейчас мы перемешаем. Перемешиваем быстренько. Быстренько. Перемешиваем. Да, Миша? А я перемешиваю. А вы не забывайте ставить лайки, чтобы видео выходили почаще. Ну что, вот такой вот у нас красивый цвет получается. Сейчас мы перемешаем. И будем, пока он не загущается без тетрабората. Что главное сейчас вот, самый главный момент. Я, наверное, даже боюсь. Подкручу. А я боюсь. Чего боишься? Этого. Она тебя не укусит. Сейчас чуть-чуть берем и перемешиваем. Добавляем капельку. Стоять вот так. Получается вот такой вот классненький слаймик. Надеюсь, в этот раз хотя бы я его не перезагустила. В прошлый раз загустила его чуть-чуть. О, в этот раз он классный вышел. Ага. Только чуть-чуть липнет. Сейчас мы его со стенок уберем. Ну что? Так. Вот это слаймик. Да, и классно получается. Только он немножечко еще липнет. Подожди, я его сейчас вымешу, а потом тебе дам. Полотенце зубной пасты. Ну, получился слаймик. Он сильно липнет. Да, Миша? Да. Если у тебя был оранжевый цвет, то я бы сгодил... Оранжевого изуна. Ну, он рвется. Какой-то он странный получился в этот раз. И у нас рвется. А мы в следующем видео будем из слизючки делать слайм. Не знаю как, но мы попробуем сделать. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А Миша будет сейчас играть. Попробуй. Такой классный получился. Зелененький.
Всем пока! Ты с кем? Да, классно. Назовется. Это как мой.